На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. Она включает исторические и современные образцы боевой техники, стоящие на вооружении российской армии. Открывает прохождение техники лучший средний танк Великой Отечественной войны и самый массовый танк Красной армии Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии. За годы войны было выпущено свыше 35 тысяч 34-х. Командует экипажем старший лейтенант Александр Воробьев. По Красной площади под знаменем 16-й гвардейской бригады специального назначения проходит колонна универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» СПН и многоцелевых бронеавтомобилей ВПК «Урал» с дополнительной защитой. Командует парадным расчетом лейтенант Константин Месяцев.